Госавтоинспекторы продолжают напоминать о безопасности на дорогах. На этот раз Виталий Субботин, инспектор по агитации и пропаганде Бендерского отдела ГАИ, посетил первоклашек одной из городских школ. Говорили о важном – правилах дорожного движения. Мероприятие прошло в рамках профилактической операции «Подросток». Важно соблюдать правила дорожного движения, потому что, чтобы не попасть под машину. Ну, нельзя переходить на красный. Ну, чтобы ничего не случилось, не попасть в больницу. Это первый А. На урок к ребятам пришел важный гость. Человек в милицейской форме. Настоящий госавтоинспектор. Виталий Субботин рассказал школьникам, как важно соблюдать правила дорожного движения, и напомнил первоклашкам главные из них. И знать их нужно на зубок. Не переходить проезжую часть дороги на красный сигнал светофора, не выезжать на велосипеде на проезжую часть дороги и ни в коем случае не играться рядом с проезжей частью дороги. О безопасности первоклашки беседовали активно, десятки вопросов и лес рук. Оказалось, правила дорожного движения им хорошо известны. Спасибо родителям, учителям и даже настольным играм. Мне рассказывали уже с 3 лет. Бабушка, папа, мама, дедушка. Я знаю почти все правила дорожного движения. Беседы о дорожной безопасности в рамках осеннего этапа операции «Подросток» пройдут во многих городских школах. Особое внимание инспекторы ГАИ уделят ученикам начальных классов. В основном проводят беседы с детками в начальных классах, где объясняют им о правилах дорожного движения, как и где правильно поступить в той или иной сложившейся ситуации на проезжей части дороги. В следующий раз Виталий Субботин посетит школьников в преддверии зимних каникул. Расскажет о безопасности на проезжей части в снег и гололед.